Друзья, всем привет! Смотрите, короче, я сейчас буду кушать. Это у меня жареная картошка с жареным луком и с яичницей. Вот так это все выглядит аппетитно, красиво. Вот, друзья, если вы тоже сейчас кушаете, то хочу пожелать вам приятного аппетита. Так, я еще перчиком посыплю. Вот, это соль. Сейчас, друзья, не ту взял эту. Вот она. Это когда остается картошка с вечера, да? Угу. Ну, а заливаешь ее яйцами. Да, когда или вареная, или жареная остается, заливать яйцами утром. Друзья, ну очень вкусно, вообще классно. Угу. Ну какая-то прям сладкая. Угу. Ну это лук придает вот такой вкус. Да. Друзья, у меня стул очень скрипит. Вот. Это такой стул у меня специальный. СМР, да? Да. А ты, короче, захотела бутербродиков, да? Угу. Теперь тебе, когда много, это не устраивает тебе. Это ностальгию надо свою. Хочется растянуть удовольствие. Чтобы маленький кусочек был на бутерброде. Прям захотелось чайком. Батон с маслом и сверху форелька. Но кусочки будут больше, чем обычно. А может вообще в прикуску. Ну да. Я еще не решила.
Друзья, это очень вкусно. Жареная картошечка с яичницей, с жареным лучком. Очень вкусно. Он жареный лук, он придает такой сладковатый привкус, и это очень вкусно. Это особенно на завтрак почему-то вкусно. Да. Друзья, в общем, спасибо вам огромное за просмотр. Счастья вам, здоровья и удачи!